ФСБ России обезвредила международную группу наркоторговцев. Преступники поставляли запрещенные вещества в столичный регион из Европы. Товар везли через Молдавию под видом овощей. Оперативники задержали с поличным двоих участников группы. Это россиянин и гражданин Молдавии. А также изъяли 31 килограмм наркотиков. На черном рынке такая партия стоит десятки миллионов рублей. Уже возбуждено уголовное дело.